Элементы шоу, танцев, гимнастики и акробатики – все это составляющие черлидинга. Этот зрелищный вид спорта в Сочи пришел в 2013-м. Сегодня на курорте уже сформировано 5 команд. Черлидингом увлекаются около 100 девочек и девушек разных возрастов. Пластичность, хореография, грация, синхронность – все эти элементы сейчас сочинские черлидеры репетируют с особым усердием. Впереди серьезный старт. 9 апреля команда отправится в Краснодар на чемпионаты первенства Кубани по черлидингу. В краевую столицу съедутся более 25 сборных со всего региона. Я так думаю, что нашим спортсменам, спортсменам города Сочи будет есть с кем посоревноваться, потому что там будут краснодарские очень сильные команды, из Павловской очень сильные команды, особенно детские. Анапа приедет, приедет Кореновск, приедут абсолютно разные, из разных городов, из разных субъектов Краснодарского края. Впрочем, соревновательный опыт у сочинских черлидеров уже есть. Они участники и победители большого количества турниров. Кстати, Сочинская федерация черлидинга сейчас в поиске. В команду планируется набор. Очень бы хотелось видеть мальчиков в составе нашей команды, но пока что нам этого не хватает. Мы знаем, что номинация «Чир», она подразумевает участие как девочек, так и мальчиков, потому что достаточно большое количество поддержек, пирамид, выбросов, где нужно обязательно участие мальчиков. Еще одно обязательное условие для развития команд и проведения полноценных тренировок – это хорошая база. Зал, где сочинские черлидеры занимаются сегодня, не очень подходит для этого вида спорта. Мало места, да и высота потолков не позволяет тренировать серьезные трюки, например, выбросы или пирамиды. Поэтому сочинские черлидеры ждут помощи. И, несмотря ни на что, продолжают тренироваться и готовятся к краевому чемпионату, с которого они очень надеются привезти медали. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.